Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте BMW 3 E90. Итак, небольшой ремонт переда. Переднее правое крыло, капот, телевизор, усилитель бампера. Это все я буду менять. Ну, остальное ремонтировать. Разобираю. Итак, все поврежденные детали снял. Приступаю к ремонту. И первым делом я сниму размеры. Диагонали, высоту лонжеронов и так далее. После измерений я выяснил, что правый лонжерон надо немного исправить. Он немного выкручен. Устанавливаю его в правильное положение. После примерки новых деталей выяснилось, что верхняя часть лонжерона тоже надо немного потянуть вправо. После недолгих измерений делаю коррекцию переда. Теперь все good, и настало время установить остальные части переда. Вот и все. На этом работа моя закончена. На эту работу ушло 3 рабочих дня.
Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!